Всем вам привет, мои друзья! Приветик вам, мои хорошие! Жизнь очень тяжелая, ребят. Очень тяжелая жизнь. Очень некому помогать мне. Некому. Некому никакой помощи мне оказать. Некому. Вы почему мне не помогаете? Почему? Или у меня такие подписчики, которые мне не помогают, а только видео смотрят? Мне нужны такие подписчики, которые мне помогали бы донаты и нормальную сумму мне присылали бы. Мне бы очень бы помогло бы, ребят. Мне никто не помогает, ребят. Мне вот продукты покупать, одежку покупать. У меня одежка сверху не падает. Продукты у меня не падают. Мне же одеваться надо, обуваться надо, кушать надо, да? Вот. А наоборот, вы бы сказали бы: Нелька, мы тебе будем помогать так и так. Но вы же не помогаете мне. Вы же не помните. Ой, иди на тот сайт, давай на тот сайт. Сам иди на тот сайт. Иди на тот сайт. А? Так что... Что ты мясо, ты не кушаешь? А на что купить? А на что купить? Надо одежду покупать. Надо обувь покупать. Надо это покупать. А нужны средства. А нужны средства. Я очень люблю фрукты есть, вот. А чтобы мне ехать в магазин, мне надо за транспорт платить. За транспорт платить тоже, вот. Молочка вот купить, 200 рублей, 3-литровая банка стоит, вот. За квартиру отдай, за интернет 750 отдай. На что? На что мне жить? На что мне жить-то? А, ребят, на что жить? Коплю, вот скоплю сумму и покупаю. Скоплю, а ваша помощь, она мне поможет очень. Очень поможет ваша помощь. Очень. Помогайте мне, ребят. Помогайте. Оказывайте мне помощь. Оказывайте. Я одинок, и у меня никого нету. У меня никого нету. Нету никого. Мне только вы. Вы, надежда моя. Вы, надежда. Я умоляю. Умоляю. Ради ваших родителей, чтобы вы меня услышали, чтобы вас ёкнуло в сердечко ваше, ёкнуло, ёкнет, чтобы у вас совесть проснулась и помогали мне. Прошу вас, умоляю вас, умоляю, помогайте мне донатиками, умоляю. Номер карты 63-90-02-40-90-60-35-84-84. Номер карты я вам в видео напишу. Всем вам привет, мои друзья! Приветик вам, мои хорошие! Жизнь очень тяжелая, ребят. Очень тяжелая жизнь. Очень некому помогать мне. Некому. Некому никакой помощи мне оказать. Некому. Вы почему мне не помогаете? Почему? Или у меня такие подписчики, которые мне не помогают, а только видео смотрят. Мне нужны такие подписчики, которые мне помогали бы донаты и нормальную сумму мне присылали бы. Мне бы очень бы помогло бы, ребят. Мне никто не помогает, ребят. Мне вот продукты покупать, одежку покупать. У меня одежка сверху не падает. Продукты у меня не падают. Мне же одеваться надо, обуваться надо, кушать надо, да? Вот.
А наоборот, мы бы сказали бы, Нелька, мы тебе будем помогать так и так. Но вы же не помогаете мне. Вы же не помогаете. О, иди на тот сайт, давай на тот сайт. Сам иди на тот сайт. Иди на тот сайт. А? Так что... Что ты мясо, ты не кушаешь, а на что купить? А на что купить? Надо одежду покупать, надо обувь покупать, надо это покупать. А нужны средства, а нужны средства. Я очень люблю фрукты есть, вот. А чтобы мне ехать в магазин, мне надо за транспорт платить. За транспорт платить тоже, вот. Молочка вот купить. 200 рублей 3-литровая банка стоит, вот. За квартиру отдай, за интернет 750 отдай. На что? На что мне жить? На что мне жить-то? А, ребят, на что жить? Коплю, вот скоплю сумму и покупаю, скоплю. А ваша помощь, она мне поможет очень. Очень поможет ваша помощь. Очень. Помогайте мне, ребят, помогайте. Оказывайте мне помощь, оказывайте. Я одинок, и у меня никого нету. У меня никого нету. Нету никого. Мне только вы. Вы надежда моя. Вы надежда. Я умоляю, умоляю ради ваших родителей, чтобы вы меня услышали, чтобы вас ёкнуло в сердечко ваше, ёкнуло, ёкнет. Чтобы у вас совесть проснулась и помогали мне. Прошу вас, умоляю вас, умоляю, помогайте мне донатиками. Умоляю. Номер карты 63-90-02-40-90-60-35-84-84. Номер карты я вам в видео напишу.